готовы ли левы обеспечить защиту своих последователей в судах? Да, да, готовы, и более того, это происходит. И я напомню, что если, ну, в данном случае это не про левых, скорее про социальные проблемы, но тем не менее, посмотрите историю, вот, допустим, в Ленинградской области пытались ликвидировать профсоюз МПРА, Межрегиональный профсоюз Рабочей Ассоциации, было вынесено уже решение о ликвидации профсоюза, и тем не менее суд следующей инстанции отменил решение, и это дело было выиграно. Опять же, у нас на днях будет вывешено следующее видео в системе «Школа активиста», где Элина Гарева, или Гарева, не знаю, как правильно говорить. На ее всегда ударение. Гарева все-таки, да? Элина Гарева, юрист, марксист, наша коллега по Рабкору в течение многих лет. Она будет рассказывать, как именно активистам, ну, во-первых, просто повышать свою юридическую грамотность, и вот как, а в том числе она работает по вопросу защиты активистов. То есть есть левые юристы, та же Элина, еще есть люди, они периодически в таких делах участвуют и иногда выигрывают. Так что все не так плохо. Les aristocrates dans les pendants.